Алкоголь продолжат продавать ночью в МАФах. На сессии городского совета депутаты не поддержали поправку, в которой предлагалось урегулировать продажу алкоголя и так называемых уличных наливайках ночью. Автором инициативы выступил депутат Денис Григорьев. По его словам, поправка создавала почву для устранения нарушений закона и не предполагала какой-то дополнительный запрет на продажу алкоголя. Однако за поправку проголосовали только 28 депутатов. Контроль за качеством этой продукции должен быть особенным, потому что участились случаи отравления людей. Согласен с вами. Ну, вы понимаете, были попытки у нас в городах Украины вот такими жесткими мерами навести порядок.